Индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, бухгалтеры. За символическим круглым столом налогоплательщики обсудили изменения в законах и системе налогообложения, упрощенка, вмененка и общая практика. Юлия Маркова, представитель авторемонтной компании «Марков», определила для фирмы плюсы и минусы каждой. Семинар полезный, конечно, очень многие вещи мы не знаем. Как все, наверное, налогоплательщики, и нам помогают, конечно, такие семинары платить налоги и как-то выбираться из очень сложных моментов. Тема малого бизнеса – патентная система расчета налогов. По оценке специалистов, себя не оправдала. Заявлений на переход мало, а сумма налогов увеличивается за счет страховых взносов. Основные изменения в законодательстве – правила перехода от одного вида налогообложения к другому, заявления, сроки и новый порядок снятия с налогового учета, общие вопросы для организаций и индивидуальных предпринимателей. У специалистов своя классификация налогоплательщиков – внимательные и не очень. Очень много предпринимателей пассивных, которые получают… А потом страдают от этого. Конечно, мы хотим, чтобы у нас в Анапе, в нашем городе, были очень грамотные предприниматели, вот, и успешно работали. Послушав, они сами ведь себя уберегут от многих рисков. Специалисты налоговой службы и торгово-промышленной палаты часто проводят информационно-практические семинары, объясняют нововведения на конкретных примерах, понятно и доступно. И ведут прием граждан, разъясняют законы и правила по телефону. По телефону 400081, Анапская торгово-промышленная палата. У нас еще при ИФНС создана общественная приемная под руководством Красницкого. И туда они могут приходить по средам с 2 до 4 часов. Молодые, начинающие предприниматели и опытные об изменениях в законодательстве должны знать все налогоплательщики. Незнание нововведений от налогов не освобождает. Наталья Пухальская, Дмитрий Гладушевский, Игорь Куршаков, Анапа регион.